Понятно, очень обидно, да. Не знаю, как-то пропустили глупый гол, там подача почти с центра поля. Не забили свои моменты при 0-0. У меня был хороший момент. И, вот, получили глупый гол. Ну, ты хорошо отыграл, можно сказать, да, до звонка все время игровое. Но тебе не кажется, что слишком много твои коллеги отдают на тебя и пытаются играть на веру? Ну вот, чтобы наверняка ты пробил и не пытается биться. Ну, я не согласен, что я хорошо играл, я недоволен своей игрой. Ну, были, да, где-то моменты, где мне отдавали пас, и я там пытался обыграть, там двоих-троих уже много народу было, да, там действительно надо было в той ситуации мне, когда стянул на себя, отдавать уже партнеру, потому что, видимо, ну, ждали от меня, что я буду пытаться что-то обострить. Такие моменты были, да, надо было мне сыграть похитрее. А, ну, вообще, сейчас приятнее смотреть на игру, в отличие от прошлых матчей. Начали отлипать от своей штрафной, больше игры в центре, больше игры обостряющей штрафной соперника. А вот с чем, как ты думаешь, связано сегодняшнее вот наше незалетание мяча? Действительно, играли лучше, какие-то комбинации получались. Не залетание мяча, не знаю, но где-то, можно сказать, невезение, где-то нехватка мастерства, наверное, хладнокровие. Если честно, когда я бил, не знаю, уже направлял мяч в угол, это хотел в угол, а получилось выше, я не знаю, как это получилось. Хотя, в принципе, принял решение правильно. Что скажешь по поводу Краснодара? Достаточно жесткая сегодня игра была, очень много желтых карточек, и даже красная в конце. Что скажешь по поводу их поведения? Нормальная боевая игра получилась, в принципе, действительно, в конце там некоторые ребята себя некрасиво повели, еще, мне кажется, равно там, причем, наверное, там у них были опытные ребята, они, по-моему, такого себе не позволяли, а которые молодые, что-то пару человек там еще языком неправильные вещи говорили, ну, наверное, это неправильно, но я думаю, объяснят, потому что в Краснодаре такие вещи не приветствуют, насколько я знаю. Некоторые ребята у нас уходили с травмами, что с ними? Есть небольшие повреждения, но, в принципе, вроде, слава богу, ничего серьезного.